Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Барганджи Амиран Лаврентьевич, 1987 года рождения. В ходе личного досмотра у гражданина был изъят похищенный телефон. Преступление имело место в селе Хабстагу Даудского района, когда на тот момент неизвестный проник на частную территорию гостевого дома и впоследствии через открытое окно в комнату потерпевшей, откуда похитил имущество заявительницы. Гражданин Барганджи в содеянном уже сознался. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД и уголовного розыска районного отдела внутренних дел. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного следственным подразделением Гудаутского РУВД по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, продолжается.